В эти выходные в Урмарском районе распахнул свои двери новый детский сад. Дошкольное учреждение муниципалитету было необходимо. С долгожданным новосельем маленьких урмарцев поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Впереди еще масса интересных открытий, а пока мальчишки и девчонки изучают новые игрушки и знакомятся друг с другом. Эта дошкольная группа была сформирована буквально неделю назад. Воспитатели говорят, что дети уже чувствуют себя как дома. Открытие садика с нетерпением ждали жители всего Урмарского района. Татьяна Андреева будет приезжать сюда каждый день из деревни Старая Шептахова. В детский сад женщина привела двух сыновей и младшую дочку. Нам очень понравился этот садик. Новый, теплый пол. Все понравилось. Актовый зал, музыкальный есть там, спортзал есть. Не стояли, мы в очереди сразу нас приняли, да. Здание новое. Очень комфортная, очень современная. Все условия для детей, для полноценного развития и подготовки к школе созданы. Группы практически полностью укомплектованы. В этом детском саду создано 8 групп, а это более 140 мест. Теперь в Урмарах решается проблема очередей для ребят старше полутора лет. Буквально 31, да, ребенок? В очереди со полтора лет, это, можно сказать, текущая очередность. Перед нашими детьми все взятые обязательства, вот ответственно могу сказать, мы выполняли и будем выполнять. Я рад за вас, я горд за вас. С вводом детского сада появилось и 30 новых рабочих мест. Больше половины воспитателей – молодые специалисты. Все они закончили чебоксарские вузы. Причем у многих уже есть опыт работы. Я работала в детском саду. А что заканчивали? Педагогический университет заканчивал, дошкольной педагогики и психологии. Во время экскурсии по детскому саду глава региона оценивал работу подрядчиков. Как покрашены стены, из какого материала сделаны полы, оснащены ли комнаты энергосберегающими приборами. Никаких нареканий не нашлось. Затем почетные гости заглянули в спортивный зал. В это время здесь дошколята делали зарядку. Депутаты вручили детскому саду сертификат на приобретение современного спортивного инвентаря. Но благодарность ребята устроили в актовом зале концерт. К слову, до конца этого года очереди в детские сады существенно сократятся по всей республике. Только в декабре в регионе планируют открыть сразу 11 новых дошкольных учреждений. Причем уложиться в этот срок должны и долгострои. Министерство образования отмечает, что эта миссия вполне выполнима. Следующая торжественная церемония открытия детского сада намечена на ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.